Радио НВ Новый вечер на радио НВ Дмитро Тузов Новий вечір триває, і ми продовжуємо тему. Загалом це називається біологічної безпеки країни, і сьогодні нам допоможе протидіяти вірусам, тому що ми не лише про коронавірус, будемо говорити різноманітним інфекціям і епідеміям. Катерина Булавінова, медична експертка дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ Україна, а лікарка-інфекціоністка. Пані Катерино, вітаю вас в студії. Добрий вечір. Я бачу інформацію від Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка назвала коронавірус контрольованою пандемією. Ну якось не дуже заспокійливо звучить, відверто кажучи, нагадує інший термін контрольований хаос. Та? Але можливо, ви нам роз'ясните, що означає контрольована пандемія. Вы так сказали, заспокійливо звучить? Не дуже, я сказал, а, Ну, не дуже, но даже дуже, че не дуже, мне просто очень интересно, что все а, ожидают, что их начнут успокаивать. И мне кажется, да. это очень отвлекает внимание от важных вещей. Правда, это такое да. чуть Потому что я просто вижу, вижу вопросы, которые задают люди ну там ежедневно. И сейчас же наше врачебное слово вдруг опять становится таким важным. Нас же не всегда так а внимательно слушают, а сейчас прямо врачебное слово на весь золото. Больше того, вы чули, что сейчас медики э, станут, э, уже стали, может быть, надеяю, Це перше і сучасними героями. Але чому я сказав, що не дуже заспокійливо? Тому що а, от ніби знаєте, тут є певне протиріччя. Пандемія, але контрольована. Хто і як її контролює? Цікаво? Я наприклад. В коли ми говоримо про контролюємо інфекцію. Я всегда выступаю за то, что такими словами можно назвать только те инфекции, против которых есть вакцины. Поэтому я не берусь комментировать заявление. Я его не читала полностью, не знаю, в чем там был контент, но было бы, наверное, несправедливо комментировать чье-то заявление, не читая его полностью. Но, в принципе, контролируемым является то, против чего есть вакцина. Но хочу опять-таки напомнить, что все зависит от того, как этот контроль прилагать. Потому что на данный момент в Украине ежедневно умирает довольно много людей от гриппа. И грипп действительно контролируемая инфекция, наверное, в каком-то смысле, потому что против него есть вакцина и лекарства, но людей это не будоражит. Однако история с коронавирусом выдражит людей настолько, что вчера даже, в общем, смели в магазинах всякие полезные вещи, и появились очень смешные картинки, например, с гусем, знаменитые картинки, знаете, эти картинки с гусем. Так гуси, там список, и написано красное вино, белое вино, еще какое-то вино. И люди всерьез обсуждают запасы, гречку. Там, знаете, але, але я, я думаю, что тут мы тоже перебольшуем, я сегодня вранці специально был в одном из супермаркетов, А мої відчуття ситуація спокійна. Гречка на полу... Я, я справді я навіть сфотографував серйозно. Гречка я, я ціну навіть можу сказати в районі 25 з чимось там гривень. А я не орієнтуюсь, наскільки ця ціна змінилася, але все є. А, і, і мені здається, що. Такі країни, як, як наша, вони мають достатній запас гречки. гречки і взагалі витривалості, Мені так здається. Але от наступне повідомлення: пандемія коронавірусу у світі може тривати до червня, а в Китаї пік епідемії вже пройшов. І країна може впоратися з нею ще в березні місяці. Тут багато джерел про це ретранслюють позицію китайської влади, зокрема агенція Reuters. «Глобал Таймс» и другие медиа. Как до такого можно ставиться? И, не нет, эти заявления, спробую спробую справді всех успокоить. Как вы вважаєте? Я, опять-таки, вот, против этой всей концепции про успокоение или не успокоение, потому что для меня значительно важнее история про то, что мы будем делать, как мы это делаем, и насколько мы используем это как шанс, да, как любят говорить наши англоязычные друзья, each crisis is an opportunity, да, то есть каждый кризис — это возможность. И насколько, например, медицинская система использует это как краш-тест, для себя. Потому что это ведь не последняя пандемия и не последний вирус. Или и не первый. И не первый, да. И я, например, работала на предыдущий в 2009 году. Я была вместе с другими докторами в миссии, которая расследовала это все, ездила там по реанимациям, смотрела на это пациентов. Это пташиный грипп был? Нет, нагадайте. это был H1N1, который тогда называли свиной грипп, но он назывался грипп H1N1. Поэтому мне кажется, что медицинская система может это использовать как краш-тест для себя. Главное, чтобы при этом не, ну, как, как можно меньше людей пострадало. На даний момент мені кажется, наша позиція выглядит следующим образом. Я вот спеціально відкрила эту картинку шутливою В Вчені підтвердили, що коронавірус майже не вражає українців чисто по людськи і співчуття. Це жарты жарт. так і, ну, да это я вот в фейсбуке сегодня утром нашла чу, вот, чу, сохранила ячу меньшеий жарт что коронави в украине не выжива <с dunno> но вопрос на самом деле в том что мы готовы чего мы не готовы делать как мы это делаем и как мы об этом говорим потому что у нас есть плохие привычки. Например, у нас есть привычка запихиваться всякими лекарствами, которые не имеют никакого смысла и даже, может быть, потенциально опасны, и которые доктор Комаровский называет фуфломицины. И мы так привыкли успокаивать свой невроз. Но готовы ли мы при этом, на самом деле, как взрослые, мыть руки, например, и я сегодня проверяла на большом совещании с докторами, что нет, не готовы, и доктора упорно не хотят даже сами мыть руки. А между тем, это будет одним из самых главных, и уже есть одно из самых главных мер предосторожности при коронавирусе, при котором, напомню, нет ни лекарства, ни вакцины. А почему мыть руки так важно? Потому что коронавирус ⁇ это контакт и капли. Что такое контакт и капли? Контакт ⁇ это наша привычка целоваться при встрече и здороваться за руку. И это нужно ненадолго остановить. А это сложно, я это тоже сегодня видела и обшучивала это на совещании с докторами, которые, несмотря на то, что они доктора и все про это понимают, все равно автоматически продолжают это делать. А почему руки? Потому что капли летят на все поверхности, на столы, на телефоны, на клавиатуры, а потом вы себя трогаете ну, за лицо. Если вы хотите узнать, насколько часто вы трогаете себя за лицо, незаметно для себя, я вам советую порезать... Я уже порезать... стал себя обмеживать. А, да, я вам советую порезать Пучал перец чили и не мыть руки. Тоді ви точно, як часто виходить і ну, вичув це. А ви знаєте, що пригальмувати цю традицію рукостискань, а Тут же ще є а, прихований зміст, і ви його озвучили в тому, що а, на жаль, навіть, навіть медики не завжди миють руки. Конечно. То, что сейчас разгортается, и, и людей нужно заспокоить, оно изменит наши, наши звуки? Вы третий раз уже употребили это слово, что надо всех успокаивать. Вот я Кого? против я этой концепции. Собою, я за собой это. не помечаю. Вы этого не замечаете также? Я, наоборот, запытываю, что мы изменить свои, свои звуки и традиции. А, ну, Во-первых, нам не надо это делать на постоянной основе. Нам нужно это сделать временно, пока есть такая угроза. Нужно уметь быть разными, как говорят От і іноді не займатися, не цілуватися і не ні не, не трогати друг друга за руки. Я це буде складно, але це Це важко прийняти. Я розумію. Але знаєте, ви дали відповідь на питання. Ми так з вами спочатку здивувалися стосовно контрольованої пандемії, а але фактично ви відповіли на неї. ВОЗ, це я вже так зрозумів. ВОЗ має на увазі, що ті країни, які приймають заходи з за охорони здоров'я зв'язку із поширенням вірусу а Вони зменшують значно ризики, а ті, які не виконують навіть елементарних вимог, про що ви зараз сказали, ну, серед елементарних вимог, та ж сама, там, до прикладу, мити руки, та, можуть зіткнутися з більш масштабною проблемою. А наскільки, доречно, ви вже, згадали, ви вже згадали про поширення свинячого грипу так, в 2009 році, я вам розповім власний досвід. Я Вчора м, свій власний план протидії коронавірусу, вибачте вже, будь ласка, оприлюднив у Фейсбуці. Та? А він наївно, очевидно, звучить, але я, я виходжу з того, що коли ніхто нічого не розуміє, то краще мати поганий план, аніж не мати його Це взаг... взагалі. Та? І е, я якби, е, розумію, що наша стратегія має бути. В максимальному затягуванні і протидії з тим, щоб дотягнути до теплого сезону я спод... До літа, я... дотянем дотянем вже до літа, я... да, до літа а... тому що я чую заяви науковців, які кажуть, що коронавірус вразливий для... до ультрафіолету. Це, по-перше, а там далі на підході вже можливо і вакцини будуть. На що мені люди відповідають? що от... А в 1918 році дотягнули в лапках до літа. А восени іспанка повернулася, якщо в першій половині року забрала 20 мільйонів життів. то на початку 19-го уже 80 миллионов жителей. Ну, ну, слушайте, это uh -huh. страшно про это читать, но насколько корректно поревнивать с а, такими эпидемиями, которые подкосили цивилизацию своего думаю, думаю, что корректно. И потом, смотрите, на примере гриппа H1N1 он появился новый, этот штамм в 2009 году, но он ведь продолжает циркулировать и до сих пор. Люди продолжают умирать от него до сих пор. Но там есть вакцины, опять-таки повторюсь, есть лекарства. Как поведет себя дальше коронавирус, я не берусь предполагать, но хочу все-таки напомнить про простые вещи, которые сейчас можно для себя делать. Мы не любим простые вещи, легких путей не ищем, мы любим пить таблетки, но тем не менее, все же напомню, может быть, кто-то действительно не поленится и сделает эти простые вещи. Итак, простые вещи, как сказано было в компании, которую мы разработали под 2009 год, и сейчас мы ее чуть-чуть переделали под, под коронавирус, захворив с в «Дома». Я бы сказала, это должно быть основным девизом. И если человек заболел, что такое заболел? Это кашель-насморк, температура. Это кашель-насморк даже без температуры. Нет причины, чтобы он выходил на работу. Он должен позвонить и работать из дома, потому что он... Розпостраняється інфекцію. Втора історія поверхності. Тобто, ми взагалі не протираємо поверхності. Якщо вас зараз спрошу, сколько ви за сьогодні протерли свою клавіатуру, от ви десь и, и в, ви мене не заскочили зненацька. Я вам скажу більше, що я дякую нашим технічним службам і керівництву тут замінили все. От, зокрема, ці на, насадки на мікрофони. Вони нові, абсолютно так. Клавіатура нова, і вона протирається регулярно. Боже, мой, Боже, ми мой. не так діли далеко не було. Я, например, сегодня свой телефон мобильный совершенно не протерла ни одного раза, потому что просто не успела и себя не задисциплинировала, это неправильно, и он грязный. То есть все поверхности должны все-таки протираться с дезинфектантами как можно чаще. А проветривание обязательно, потому что это капли, и они могут висеть в воздухе даже до двух часов. Руки, о которых мы уже говорили дистанция от других людей полтора-два метра, если особенно этот человек кашляет или чихает, и, конечно же, это если человек заболел, то он надевает на себя маску, чтобы защитить от себя других людей. Эти простые методы пока что, в общем-то, все, что у нас есть на данный момент. Можна я один ще додам, mm -hmm. і він до речі народився у нас сьогодні в редакції. І так сталося, що сьогодні Радіо НВ святкує день народження два роки. Ну як в кожному великому колективі, знаєте, люди скинулися, замовили там піцу, соки якісь і все таке інше. І коли скидалися грошима, то не купюрами, а все в електронному вигляді перерахували. Прилізка, тобто трогали трогалі. Абсолютно Молодцы. не торкнулися. Молодцы. і це вже така цілеспрямована політика була. Какие молодцы. Действительно, деньги — одна из самых таких грязных вещей, которые мы берем в руки. А вам не сдается, что загалом от попры там паничном настроении, возможно, возможно, мы меньше, больше э, готовы до развитию этой ситуации? Вот мы с вами сгадали... Не кажется. Электро... Не, не кажется. готовы. Окей, добре. Та, не кажется, будь ласка. не готовы. Ну, раз уж вам тут поменяли все заплеванные микрофоны, и у вас тут происходит регулярная уборка, скажите, пожалуйста, а кто у вас ответственный на радио за всех людей, которые Относятся к группе риска и э, какие месседжи вы им дали, либо какого доктора вы пригласили, ну, вы, чтобы он им эти месседжи дал. Ну, вы уже дотыслымы на цимпы. На самом деле, мне кажется, что практическая готовность это когда кто-то разговаривает с группами риска для того, чтобы их уберечь. Например, один из пунктов практической готовности группа риска в этой ситуации это люди взрослые, которые 60 плюс. И это люди, которые любого возраста, но у которых есть какие-то хронические заболевания, например, легочные, либо сердечные. То есть, к примеру, люди с бронхиальной астмой, либо с какими-то хроническими обструктивными заболеваниями легких другие, либо люди с инфарктом, с стенокардии, там, не знаю, ишемической болезни сердца, гипертонии все что угодно, они находятся в зоне риска. И кто-то должен им объяснить о том, какие правила безопасности для них есть. Мы сейчас с вами будем слушать новости, но очень коротко. А кто может быть такой человеком в коллективе? Это может быть профессиональный медик? Это может быть либо очень хороший менеджер, который имеет доступ к хорошему врачу, который ему дал классно написанный материал, например, тоже. Але ви дали зараз практичні рекомендації для роботи компанії в таких складних умовах. За це дякую. Ми продовжимо на нашу розмову. Послухаємо з першої новини. Але я нагадаю, що з нами сьогодні Катерина Булавінова, медична експертка дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ Україна. Слухаймо новини. На радіо НВ новий вечір триває. Шановні, я Дмитро Тузов. Наша гостя сьогодні Катерина Булавінова, медична експертка дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй, ЮНІСЕФ Україна і лікарка-інфекціоністка, що важливо в даній ситуації. Ми зокрема говоримо про поширення коронавірусу і пані Катерина, Оскільки ви сказали, що порівняння з іспанкою, яка вдарила. Не лише по Європі, а по всьому світу світові 100 років тому є достатньо коректним. Та то чи далі ми можемо продовжити певні аналогії, щоб зробити висновки? Влітку може знизитись кількість інфікованих, а але потім може початись друга хвиля. Um, ви знаєте, ви мені опять на шутку із Фейсбука. Пам'ятаєте, там була така шутка. Я дуже люблю Здравствуйте, це клуб загадичних людей хто знає, друг ми хто знає. Ну, мне кажется, мы недостаточно знаем сейчас про этот вирус, чтобы я делала предположение, что он точно куда-то денется летом. Может, денется, может, а нет. Знаете, я В чем паци... аналогия, что он может осенью, безусловно, продолжать циркулировать и вызывать такие же тяжелые пневмонии у группы риска. В этом аналогия есть. Но, конечно, уровень оказания помощи тот, который был во время испанки, и тот, который сейчас, он, все-таки немножко разный, так же, как и инфекционный контроль, очень сильно изменился, поскольку это же не только про страшный сам вирус, а это про то, что мы можем делать. В ответ на цей вірус знаем що ми знаємо что що ми знаємо профилактике, и що ми можемо применять в качестве симптоматичного либо специфического лечения. а все це все таки немножко изменилось Ну з тих пор, як була іспанка. Ну і судячи все ж таки з вашої інтонації, ні не, немножко изменилось. а серйозна. Я власне тому і запитував, що якщо у нас є певний проміжок часу, то як до цього ми можемо підготуватися, і чи є надія, що науковці винайдуть вакцину до цього часу? опять-таки я очень про то, что можно делать прямо сейчас, потому что когда люди начинают рассуждать о том, ну может наступит лето и как-то оно само рассосется, или может быть ученые что-нибудь изобретут, мне кажется, это такое объяснение для бездействия. Мне кажется, что сейчас у нас март месяц не, в календаре, ну, на... слушайте, и на... можно на... что-то делать на... прямо сейчас. На, на поки для деяльности. Ну Нет. Ну, ну я слушай это загальмовать и процесс. Смотрите, есть две дискуссии, которые уводят людей в сторону. На мой взгляд, одна дискуссия это про то, что мы не э, допустим пустым усиляк и у жене из-за визодня. Угу. Я вот категорически всегда противник этой дискуссии, потому что вирус он в общем плевал на государственные границы, на все. И мы это видим сейчас, как он распространяется по всем странам, несмотря на то, что кто-то закрывается и так далее, потому что на вирусы не действует, у него нет визы, да, нет таможни для него, и он все равно проползет так или иначе. У да, него безвизовый есть... режим. У него безвизовый режим. Поэтому эта дискуссия всегда уводит в сторону. А вот и вторая дискуссия по поводу того, что может быть на станет лето, или, может быть, что-нибудь изобретут, или, наоборот, настанет зима, и холода как-то его Но вы выморозят. Уже, вы уже ну, это лишнее, да. вы уже Ну, я не издевалась, Але... это я... был милый одесский я... сарказм. Я ну, розумею, что, так. я бы не посмела <гум> на радио НВ <гум> я... издеваться я над ведущим. Я оценил сарказм, да, вы, кроме мытья рук, <гум> а тогда мы можем отдавать еще какие-то практичные рекомендации? <гум> Весьма и весьма. Например, группой риска считаются также другие больные люди, то есть те люди, которые, либо они не обязательно будут больными, но те люди, которые проводят время в лечебном учреждении. Поэтому, например, одна из практических рекомендаций, на мой взгляд, держаться подальше от лечебного учреждения, если у вас нет действительной необходимости туда появиться. И это хорошая рекомендация в отношении гриппа, например, тоже для людей, которые находятся в группе риска. И поэтому, особенно учитывая реформы и то, что многие подписали декларации, а кто-то, например, наблюдается там не в государственном секторе, например, а в частном секторе, проверьте, а если у вас телефон, в вашего врача, а насколько у вас доверительные с ним отношения, что вы можете написать ему месседж, например, куда-то в WhatsApp или в Viber, если он не берет трубку, к примеру, и вы ждете какого-то ответа для того, чтобы не обязательно идти в какое-то лечебное учреждение, но получить какой-то совет сначала по телефону, потому что это очень сильно снизит риски для вас и для ваших родственников такие решения. Особенно для ваших взрослых родственников, потому что наша задача сейчас — это уберечь людей взрослых, которым 60+, плюс, и для кого-то это будут там, бабушки и дедушки, у кого есть, появились, например, внуки в этом возрасте, и их нужно будет уберечь. Уберечь их нужно именно тем, чтобы максимально снизить их контакт с больными людьми, потому что, например, для детей коронавирус не так опасен, но ребенок вполне может являться его переносчиком и заразить человека взрослого ну, в семье, и дальше это будет проблематично. Але ви знаете, зміни медицины, а вы знаете, вот остальные изменения в нашей системе медицины, они нас и что входит до того, что вы сейчас сказали. Если раньше мой семейный лекар, до которого я телефоновал, это абсолютно дословно реальная ситуация. Я телефоновал, он мне сказал, Дмитрий, по телефону диагнозы никто не ставит. Приезжай. Теперь ситуация у нас на 180 градусов развернулась. По телефону уже готовы ставить диагнозы, даже по Вайберу и по WhatsApp. Это нормально, так? Мне кажется, это прекрасно. Объясню, почему. Есть ситуации, где вам нужно посмотреть на пациента для того, чтобы не пропустить что-нибудь важное. А есть ситуации, когда все кристально ясно. И умея правильно задать вопросы и умея, например, посмотреть на какой-нибудь сыпь, к примеру, на фотографии, вы можете поставить диагноз кори, даже не видя пациента, к примеру, если речь идет о кори. Но в случае с... Шутки шутками, но в случае с ситуацией с э, гриппом, либо с ситуацией с коронавирусом, вы далеко не всегда хотите, чтобы человек оказался в лечебном учреждении. Вы, например, давайте такую ситуацию предположим. Предположим, ситуация развивается и становится много таких пациентов или много завозных случаев. И есть, например, человек, у которого есть кашель, насморк и температура 37,2. И он приехал, к примеру, из Италии. И потенциально, может быть, он был в контакте. В какой-то ситуации вы имеете куда, например, его изолировать, и он сидит в лечебном учреждении и ждет там две недели. А в какой-то ситуации он может быть в самоизоляции дома, например. Но вы должны уметь с ним поговорить по телефону так, чтобы точно знать, что есть у него опасные симптомы, нет, каково его состояние, как он себя чувствует, и ничего такого там не нужно делать, чтобы он прибежал в лечебное учреждение и распространял инфекцию вокруг себя. Насколько это возможно, треба навпаки триматися подалі. Друзья, зачепила вас тема, багато у мене повідомлень на Вайбере, и, до речі, вы можете ставить свои вопросы, так, возможно, какие-то свои думки, я буду их озвучивать. Отже, Валера запытывает, как тщательно надо мыть руки? Разве обычное жидкое мыло уничтожает бактерии и вирусы хотя бы на 50%? Да, обычное жидкое мыло и проточная вода очень хорошо чистит руки, поэтому их нужно мыть обязательно. И тут есть еще некоторые важные правила. Есть такая штука, как кашлевой этикет, когда вы кашляете и чихаете в сгиб локтя. То есть если у нас есть видеосъемка, то это вот так вот выглядит. Многие люди этого делать не умеют. Например, я. Я все время это пропагандирую, но сама автоматически все время делаю вот так. Думаем да. Это. Ну, на автомате. И еще есть вещи, конечно, от которых совершенно невозможно отучиться. Например, ковыряться в носу. Это чудовищно, но невозможно себя отучить, ковыряться в носу. Но после этого руки надо помыть. После зно, того, зно, как вы чихнули что, или кашлянули. гумор? Да, нужно обязательно помыть руки от раз. Второе, мы же имеем очень странные привычки, незаметно для себя. Например, мы чихаем кашляем, а потом, хопа, эту салфетку грязную, мы ее кладем в карман. Не надо этого делать. То есть в ситуации с угрозой коронавируса можно ее выбросить сразу в мусорное ведро. То же самое, например, с масками. То есть помните, что маска защищает только нас от человека больного, если больной человек ее на себя одел. Не мы ее на себя одели и гуляем по городу Киеву, как я это вижу последние несколько дней. Люди реально в респираторных масках, там N95 или в хирургических масках разгуливают в одиночку э, по городу, там, например, в квартале никого, один человек идет в маске, одинокие и печальный. Я, я, пока еще один такой эпизод лучше. А бачу. нет, а я уже вчера видела штук пять, и я очень удивилась. То есть, если, например, вы заболели, у вас из кашель, насморк, и вы хотите уберечь других людей, тогда, конечно, одевайте маску. Если вдруг вам нужно выйти обязательно там, в аптеку что-то купить или там, в магазин, и некому вам сходить, то тогда одевайте маску. Но если вы э, здоровый, то маску одевать не надо. А если вы доктор, то маска N95 вас защитит, а обычная хирургическая маска вас не защитит. И запомните о том, что у вас еще должны быть очки специальные, там, либо щитки, которые защищают глаза перчатки и все остальное. Вот, поэтому, когда вы это все снимаете, например, сняли маску с себя, тоже обязательно должны помыть руки. А між іншим, яка ситуація з масками, та чи що, що ви можете сказати? Чи вистачає їх і паскоти я... є це проблемою зараз? Ми вчора це з Юрієм Луценком обговорювали. Та він оприлюднив інформацію про те, що з України вивезли там 400 тисяч, вибачте, 400 тонн масок. Тобто маски не, не на штуки, а на тонни можна поміряти. Ну це величезна кількість, мені здається. Не могу этого комментировать, потому что ничего про это не знаю. Ну, а вы дефицит вычуваете? Ну, маски просто закончились в какой-то момент, насколько я знаю. Я не знаю, насколько они есть, если их покупает, например, лечебное учреждение по безналу. Не буду комментировать, потому что я не пробовала делать такую закупку. В обычной рознице маски давно закончились. Это всем известно, потому что люди запаниковали, их накупили. Хотя, еще раз повторю, они ну, имеют смысл только для человека. Если это обычная хирургическая маска, она имеет смысл для защиты того человека, для того, чтобы тот Человек, болен, мог защитить других от себя. Ті, хто їх потребують, вони їх можуть в умовах дефіциту виготовити самостійно? Ні. Це, це, це Неможливо, так? А, у вас запитують, чи, чи є істинною ця інформація, чи підтвердите ви цю інформацію про те, що хворий коронавірусом може бути. может может быть переносчиком инфекции более месяца, да? Чи, не, чи не могу, не знаю, не буду говорить. но однако знаю точно, что у людей может не быть симптомов, но при этом они могут иметь коронавирус. а вот сколько они его переносят при этом, дней не знаю. а вы почему говорить про то, что, на жаль, помирают люди от звичайного гриппа. А... І тут одразу ж підозра, так? А звідки ми знаємо, що цей грип був звичайним, а не коронавірус? Так? Хто протестував? Ми з вами чули про те, що тест систем не так багато в країні. Теж мені трудно коментувати, сколько зараз людей знаходиться в реанімації пневмонією, і кого з них тестували, кого з них не тестували. Потому, звісно, будь-який случай з. какой-то тяжелой вирусной пневмонии, безусловно, должен рассматриваться как либо потенциальная гриппозная пневмония, либо потенциальная там, коронавирусная пневмония. Но я хочу обратить внимание на две очень важные вещи. Одна вещь это то, что существует два контекста, которые очень сильно меняют подход мы сейчас существуем в контексте, когда у нас есть, по-моему, один только подтвержденный случай, насколько я понимаю, если я сегодня не пропустила новости, пока работала с докторами, и тогда это, ну, контекст завозных случаев, да, то есть, например, кто-то приехал, привез этот вирус, и дальше начинается там изоляция, карантин, поиск контактных и так далее. Есть вторая ситуация, когда начинается передача вируса внутри страны, да, то есть внутри какой-то даже не страны, территории какой-то. Это очень сильно меняет контекст. И мне кажется, что очень важно сейчас, чтобы все, от кого что-то зависит, то есть какие-то управленцы, громады, там, не знаю, мэры, чтобы они моделировали уже для ситуации, если передача начнется. Может, она и не начнется, может, лето наступит раньше. Но если начнется, как вы сказали, плохой план лучше, чем никакой. Вот мне кажется, что очень неплохо, чтобы все, от кого это зависит, например, главные врачи, чтобы они моделировали ту ситуацию, если передача будет подтверждена, и она начнется Внутрі І от частиною цього поганого плану це може бути робота на віддаленому доступі. Так про дистанційні форми освіти ми з вами чули, що вони да. будуть, будуть застосовані найближчим часом. І дуже добре, що у нас вже є певний досвід, я маю на увазі в країні, та є освітні платформи, які дозволяють це робити. Яким чином ще можна локалізувати поширення вірусу, якщо ми говоримо про людей, які працюють, про великі колективи? Смотрите, если у вас в коллективе есть, например, человек, который находится в зоне риска, то, наверное, здорово, если вы будете знать о том, что он находится в зоне риска, и поговорите с ним об этом, и, может быть, он в первую очередь отправится на работу дома, и, может быть, вы спросите, как минимизировать его контакты, например, может быть, ему привозить еду, может быть, там как-то еще его ну комфорт обеспечить, чтобы он себя не чувствовал совсем уже дискомфорте, но в то же время снизил для себя риски для, ну, с... для себя и для окружающих. Да, например, из там практических таких вещей эм, я у меня там все родственники, понятно, привиты от гриппа, но при этом я сейчас активно прививаю всех от пневмокока, потому что я там не хочу, например, каких-то еще э, осложнений на фоне гриппа в виде пневмокока и которые могут наверняка случиться и на фоне коронавируса. щепление детальнейшее у вас запыта? Після новин з нами сьогодні Катерина Булавінова, медична експертка дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ Україна. Слухаємо і аналізуємо, що відбувається зараз в ці хвилини в Україні і в світі. Новый вечер на радио НВ. Новий вечір триває. Я Дмитро Тузов, наша гостя сьогодні Катерина Булавінова, медична експертка дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ Україна. І ми домовилися так, це органічно вже так сталося, що нікого заспокоювати не потрібно. Ну, треба говорити, надавати інформацію, як воно насправді все відбувається, в тому числі в зв'язку з поширенням коронавірусу. А пані Катерино, що нам відомо на цей момент стосовно, якщо порівнювати та з іншими. А з іншими вірусами, які нам відомі були, і, ви до речі, розповідали, що працювали над локалізацією, зокрема свинячого грипу, поширення темпи поширення коронавірусу і летальність, якщо порівнювати з іншими неприємностями, подібними. Темпы, я так понимаю, такие же быстрые, как обычно, и пандемию уже объявили, что такое пандемия, это когда вирус распространяется и распространился, в общем-то, на все континенты уже. А что касается летальности, я думаю, что люди еще подсчитывают это все сейчас. Но если сравнивать, то, например, при гриппе обычном или пандемическом гриппе группы риска были несколько другие. Это были дети, это были беременные женщины. В данной ситуации это все-таки люди постарше и это люди с хроническим заболеваниями так же как при обычном гриппе но что хочу сказать совершенно меня поражает в этой ситуации сейчас это совершенно стигма невероятная которую сразу на людей попадает это какой-то совершенно удивительный страх и очень антигуманное и такое нечеловечное отношение. И это очень беспокоит. И мне кажется, что это то, о чем нужно обязательно говорить. То есть должен быть публичный дискурс на эту тему. Мы это увидели первый раз, когда садился в самолет. Мы это увидели потом в Черновцах, когда люди требовали госпитализировать жену человека, который был, если помните, госпитализирован, да, приехавший из Италии. Мне кажется, что это должно быть частью публичного дискурса. Люди не должны страдать от того, что кто-то подозревает их в том, что они заразны и так далее. То есть, мне кажется, это очень архаичным подходом, он антигуманный. И чем, мне кажется, мы больше будем об этом говорить, тем ну, это все будет все-таки уменьшаться, и люди будут пересматривать свои взгляды. И это же на небезопасность, потому что людина, которая почивается себя недобро, она может элементарно просто бояться, та, заявить про это и обратиться к лекарю. Конечно. Конечно, плюс, например, мы сегодня говорили с докторами, врачебная тайна всегда имеет значение, но тут она приобретает какое-то суперархиважное значение. И даже некоторые практические моменты, к примеру, положим, по какой-то причине меняется контекст, становится очень много пациентов, вы не хотите всех-всех-всех там госпитализировать, такое может случиться. И вы хотите отправить человеку бригаду домой, например, набрать у него какие-нибудь анализы. А как вы можете ну, ее послать домой, если их увидят соседи и дальше будут атаковать своих соседей? То есть такого не должно быть. Мне кажется, что победа в любой сложной ситуации в том, чтобы люди были человечными по отношению друг к другу, потому что здесь никто не виноват, но ну, как бы совершенно нет ну, некого винить. И инфекционное заболевание не должно быть причиной стигмы э, совершенно это недопустимо. И мне кажется, чем больше будет об этом говорить, ну, тем лучше. И, наверное, и в школах нужно тоже об этом говорить. А, и еще хотелось бы сказать, что для докторов это очень. Такая ситуация необычная, потому что они себя чувствуют в зоне риска, они точно так же смотрят новости, естественно, но они первые, кто будут сталкиваться и уже сталкиваются, в общем-то, и так с разными инфекциями ну и с коронавирусом тоже. И это большая нагрузка для докторов, для медсестер, для санитарок, для любого человека, который работает в больнице, для водителя, для ресепсиониста, для кого хотите. И большая нагрузка для медицинских менеджеров, поэтому обязательно их поддержите в этой ситуации. Добрым словом, каким-то. Каким Вниманням приємним, там, не знаю, вкусным, вкусним, э, не знаю. Ну, в общем, поддержите їх всячески, як ви можете їх поддержать, потому что им непросто в такой ситуации А ви сказали, що у вас є щеплення проти грипу. Да, Роз'ясніть зараз э, політику щеплень. Ви сказали, що цього недостатньо, і ви будете робити ще щеплення проти там можливих інфекцій. Угу. Так? Чому це дуже важливо саме зараз? Это вообще всегда очень важно, но просто это то, что находится в зоне нашего контроля, да, то есть там, где мы можем что-то сделать. То есть, например, привиться от гриппа и привиться от пневмокока, это значительно снизить риски заболеваний и смерти в гриппозном сезоне, но это еще и значительное снижение все-таки невроза ну, потому что все же начинают думать, и, кстати, вообще вот эта контрпродуктивная очень дискуссия, сделайте мне срочно тест, я хочу знать, это коронавирус или нет. Но возникает вопрос, а зачем? Ну, что вам даст это сакральное знание, если никакого специфического лечения нет? А, ну вы натекаете, еще, есть моменты, когда лучше не знать. Нет, я не об этом. Я просто против бессмысленных действий. То есть если мы говорим о том, чтобы сделать тесты для того, чтобы знать, есть ли в Украине циркуляция, например, коронавируса, это одна история. Да, Почекайте, будь но это важный момент. Но если человек знает, что, не дай Боже, у нее коронавирус, и она есть известна, то она таким чином и поведенку свою изменит, чтобы, Нет. Щоб не, распространить не этот коронавирус Нет. Далее. потому что, еще раз возвращаюсь, это не про лабораторные тесты, это про более простое решение. У тебя есть сопли и кашель, не надо думать, у тебя коронавирус, не коронавирус, сапфировый вирус, не знаю, бриллиантовый вирус. У тебя есть сопли и кашель? Другие вирусы точно так же опасны для людей вокруг тебя, как и коронавирус. Просто группы риска будут разные, да, то есть грипп точно так же опасен. Я еще раз повторюсь, в Украине умирают люди от гриппа. Очень много невакцинированных людей от гриппа. Есть у тебя сопли и кашель, будь любезен, сиди дома и соблюдай простые правила. Вот и все. И не надо бежать куда-то, обсеменяя по дороге всех своими соплями для того, чтобы узнать, это у тебя именно коронавирус или какой-то другой вирус. Это трата денег, трата ресурсов, трата времени, и это совершенно не помогает никаким клиническим решениям. Поэтому, если уж говорить о тестировании на коронавирус, это должно быть тестирование, определенное государством для того, чтобы осуществить эпиднадзор, там, например, доказать, там, циркулирует, не циркулирует на нашей территории, обнаружить, там, что-то такое еще. Но не для, не, не для клинических решений, уж точно не для самого человека, потому что ему это знание не даст ничего. И, и это означает, что в аптеках не нужно продавать тест-системы? Абсолютно у меня, нет. У меня вопрос на вайбере, так когда начнут продавать тест-системы в аптеках? Абсолютно нет. И кто нет. Этим Во... Держава, это должен заниматься? Держава или властным коштам все Никто делает? не будет их сейчас продавать. Я думаю, что это совершенно ну, нереалистичный сценарий. Еще раз обычному человеку это не нужно. Так же, как, например, есть быстрые тесты, к примеру, на грипп. Да? Есть иногда ситуации, в которых они нужны. Но в принципе... В принципе, в гриппозном сезоне никакое клиническое решение в отношении, например, давать ли человеку сильтемивир или нет, эм, начинать ли его лечить или нет, не зависит от результата быстрого теста. Даже если быстрый тест будет негативным, а клиника у человека будет клиникой гриппа, мы все равно будем его лечить, потому что быстрый тест может ошибиться. Вы можете зателефоновать, подключим зараз наших слухачів 044 237 0353, а я тем часом запытаю, чи мають бути какие-то специальные заходы, вы про школу згадали, зокрема, uh -huh. так? А я еще думаю про армию, например. О, армия ⁇ это моя любимая тема. Я вообще считаю, что армия должна быть всегда вакцинирована от всего, от чего можно вакцинироваться. И в армии уж точно все должны знать абсолютно все правила и все опасные симптомы и так далее. И так далее. То есть армия, так же как и э, медицина, это две такие ну, ведущие вот штуки, которые должны быть очень сильно защищены. И в армии, возможно, это даже проще сделать в таком, Не в, наказном, в Не порядке. Не сказала бы. Мне кажется, что люди настолько эм, утомлены, скажем так, от приказных порядков, что они легче и будут делать то, что им понятно, и то, что для них действительно актуально. Вот это интересно. Вы знаете, я развесил такие элементарные памятки в нескольких местах, где я бывал. дуже а, элементарные. Что такое коронавирус, какие там заходы. Безпеки я звернув увагу, що вони вже два тижні їх ніхто не зриває. Ну, наприклад, в ліфті, та що трапляється не часто, угу. і, і кілька епізодів зафіксував, коли люди це фотографують смартфонами. Тому пошир... що це актуально для них і і пош... Їм це важливо. і все таки угу. поширювати інформацію потрібно. Це це, це це працює. Та зараз у нас кілька дзвінків буде. Ви в ефірі можете сформулювати своє питання. Як вас звати? Звідки ви телефонуєте? Здравствуйте, Владислав Дніпро. Вопрос такой: а можно ли сделать, я не знаю, вот как в других странах, обязательную вакцинацию, чтобы не было вот этого "хочу, не хочу, буду, не буду"? Почему же я жизнь, моя жизнь, жизнь моих детей должна зависеть от того, подвержены ли антивакцинаторским настроям большинство в этой стране? Почему нельзя сделать в каком-то не знаю законном порядке? обязательные вакцины, от которых нельзя отказаться. Дякую. Еще что интересно, что секунду до этого Катерина Булавинова сказала, что она больше покладается на сведомость людей, а не на козловизти. А, какой а вы... из процедуры? Весь вообще мир двинулся в ту сторону, куда говорит наш слушатель, потому что, например, Австралия вела штрафы за одну вакцинацию, а некоторые другие страны в Западной Европе ввели штрафы. И ввели обязательную вакцинацию при походах в школы и так далее. Все это произошло на фоне вспышки кори, которая все-таки считается контролируемым заболеванием в том плане, что от нее есть вакцины. И, например, Франция да, ввела такие правила. Соединенные Штаты еще больше ужесточили эти правила. И мир как бы идет в сторону этого ужесточения. Однако должна вам сказать, что если таковое введут в Украине, идут дебаты все время на эту тему. С одной стороны, конечно, вроде бы как это здорово, с другой стороны, зная наши реалии, у нас и так сейчас где-то процентов 30 справок о вакцинации являются фальшивыми, и боюсь, что это просто приведет к коррупции и к покупке фальшивых справок еще больше. Поэтому такая палка о двух концах. Но мне кажется, опять-таки должно быть все больше и больше общественного дискуссии дискурса, потому что на самом деле это широкий дискурс по поводу безопасности, по поводу безопасности в школе, по поводу безопасности в детском саду и по поводу того, насколько мы вообще уважаем границы друг друга и насколько мы уважаем, не знаю, свободу, здоровье друг друга и так далее. То есть про это нужно больше общественной дискуссии. А, Вопрос был очень хороший. А как вы думаете, наследки антивакцинальной кампании, как медики это называют, мы уже подолали? Во-первых, я не очень верю в какую-то у нас антивакцинальную кампанию. Я как раз считаю, что у нас антивакцинальные компании больше занимаются сами медики, а? А и почему? о чем я с ними все время и работаю. Потому что у нас процесс вакцинации чудовищно переусложнен, и потому что они сами дают пациентам настолько противоречивые рекомендации, что потерявшийся пациент очень смущен и не делает ничего. Вот, поэтому я не думаю, что у нас есть прям стройное антивакцинальное движение в Украине. Мне кажется, что мы просто нуждаемся в максимальном апгрейде знаний, и он происходит в последнее время. И, например, у нас недавно произошло революционное такое движение. У нас вышел новый приказ по противопоказаниям, который теперь позволяет вакцинировать людей с температурой, чего раньше мы не могли делать, а все западные страны делали, и который навсегда убивает дискуссию про 50 оттенков красного горла. Вы с нами в эфире, я вас звать, звездки вы телефонуете. Доброго вечера. Я вас витаю, Ваши питания, Александр, пожалуйста. Александр Миколаев, у меня две такие пропозиции. Во-первых, наши войска должны иметь биологические и биологические подразделения. Это первое. Второе, значит, в картах надо разделить людей, которые значит, с карточками рассчитываются, и которыми рассчитываются наличными. И последнее, вот люди, которые не владеют русским языком, сожалению подвергаецца большай опасности поскольку они не могуць палуць рекаменндацыі по радиопа на зразуммем <сас> so, Дякую um, я хотела еще А я хотела, наверное, еще сказать, что очень интересно наблюдать за экономическими последствиями. Я совершенно не сильна в экономике, в отличие от моих очень умных друзей, которые прекрасно разбираются в экономике и финансах. И они все говорят, что совершенно невероятные вещи творятся на финансовых рынках. Да и люди, собственно, которые занимаются бизнесом в Украине, сейчас очень сильно меняют скажем так, ход дел своих в бизнесе и, например, раздумывают над тем, как оказывать какие-то услуги удаленно или как оказывать услуги через курьеров, например, если речь идет о ресторанном бизнесе, потому что эта ситуация интересным образом влияет на то, как вести дела. У меня, знаете, я, я просто сейчас дивлюсь очень много сообщений на Вайбере, среди них такие трошки, быть, которые вызывают посмешку, что а У кішки нежить, вона угу. чихає. що робити, та чи, чи, чи може вона поширювати? Ні, то заботиться о своїй любимій кошці. гладять її побільше і о ній. Проста така рекомендація. Угу. Ви в ефірі як вас звати? Звідки ви телефонуєте? Валерій Іванович, Київ? Хочу подякувати пані Катерині за надзвичайну актуальну професійну розмову і два запитання коротенькі. Та, будь ласка, як як ви ставитесь до сучасних вакцин майбутнього? Тут мается на банановые вакцины, картофельные, помидорные, ННЖНР-ные, и сейчас застосовывают. И другое вопрос. а где находятся вирусы гриппа в эпидемичный период? Денокализуются? Что такое? Дякую. А, ничего не знаю о тех вакцинах, которые упомянул слушатель, поэтому не могу комментировать. А мне кажется, что а, вирус все равно всегда есть, даже в межэпидемическом периоде. Просто он э, так активно не размножается и так активно не передается. Но он всегда либо в Северном, либо в Южном полушарии есть. Но хочу еще раз, вы говорили о том, как готовиться, да, то есть, ну вот, и мы вообще обсуждали, что нужно готовиться и делать что-то уже. Э, поскольку люди э, мы знаем сейчас в Италии, например, которые госпитализированы и которые умирают, они все погибают, либо не погибают, но борются с тяжелой пневмонией. И эта тяжелая пневмония лечится, по сути, кислородом, да, то есть поддерживающей терапией в виде кислорода. И мне кажется, что это тоже очень серьезная публичная дискуссия, которой не хватает о том, как мы вообще относимся к кислороду. Например, я про другое, не про коронавирус, но вообще про тот же самый кислород. А насколько та же самая громада считает себя дружелюбной, дружелюбной по отношению к тем людям, которые живут на ее территории, если у нее нет кислородных концентраторов, которые она может давать людям домой? Например, тем, у кого рак и метастазы в легкие что бывает в Украине довольно часто. Например, тем, у, каких, у кого какие-то серьезные хронические заболевания. То же самое касается, например, большой больницы. Насколько эта большая больница хороша, если кислород в ней есть только в реанимации? но его нет в подводках в палаты, как мы видим это в современных больницах или в кино. И если она не может дать пациентам кислород в масочном режиме, например, либо через назальные конюли, то есть кислород приобретает огромное совершенно значение, особенно в таких ситуациях, как грипп или коронавирус. Вот точно не, одновимирно, не одновимирно вся эта ситуация с поширением коронавируса, она зачипает много других тем, в том числе мы говорим и про уровень нашей медицины. Дякую очень. Катерина Булавинова. Інфекціоністка і медична експертка дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ Україна була з нами в студії. Далі в ефірі Радіо НВ новини. Радіо НВ